На входе в здание Щелковской станции переливания крови вас встречает медсестра, которая просит надеть бахилы, измеряет температуру, а также предлагает продезинфицировать руки антисептиком. Такие меры предосторожности совершенно необходимы в наше время, ведь коронавирус продолжает стремительно распространяться. Несмотря на это, врачи убедительно просят доноров продолжать сдавать кровь, ведь потребность медицинских учреждений в ней сейчас возросла. Так как в Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции, выходить из дома можно только в случае особой необходимости. Сдача крови относится к одной из уважительных причин. Станция переливания крови работает с понедельника по субботу с 8 утра до 14 часов на прием доноров. Остальное рабочее время мы занимаемся обследованием, обеспечением безопасности и выдачей донорской крови нашим медицинским организациям. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, даже по распоряжению губернатора Воробьева, значит, поход на станцию переливания крови не запрещен. Напомним, чтобы сдать кровь, вы должны быть старше 18 лет, без хронических заболеваний, весить не менее 50 кг и иметь высокий уровень гемоглобина, который вам в любом случае проверят перед началом процедуры. Экспресс-анализы на гемоглобин и на группу крови. Если гемоглобин низкий, донор не допускается даже к врачу. Ну, как бы он уже не идет к врачу, потому что гемоглобин показывает, что он уже изначально не может в этот день сдать кровь. Сейчас станцию переливания крови в день в среднем посещает около 25 человек. Врачи сами обзванивают доноров, предлагая им прийти и повторно сдать кровь. Но этого все равно недостаточно, ведь сейчас медучреждение лишено возможности проводить выезды на массовые мероприятия по сдаче крови работниками предприятий и организаций. Граждане, которые в период пандемии все же приходят сдать кровь, уверены, нужно проявлять сознательность и продолжать совершать полезные дела. Почему решили вот в такое как бы непростое время прийти и все-таки сдать кровь? Ну, потому что, как сказать, сознательный гражданин своей родины решила сдать кровь. Если вы тоже хотите помочь и отдать 470 грамм своей крови нуждающимся в ней людям, вас ждут на Щелковской станции переливания. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.